Там уже концерт начался. Ну, подождет, без нас не начнет. Ага. Я позвонил. Позвонил Сереже, сказал, что они это. 30 минут. Чтобы вы понимали, мы собираемся на концерт группы Корни. Картошка, да, наверное, с собой взять. И начали проверять, взяли ли мы. Нет, ну лучше расправленным, да? Да. Реально понял? Да. Ну, вообще, да. Ну, не обязательно не изгладить. Роль там уже, ну... Сейчас, подождите, а где шокер-то? Роль, они собираются уезжать. Подождите, а где шокер? Только что тут был, вы пранкуете? Еще вчера, тум-тум-тум. Еще вчера, тум-тум-тум. Все, идем. Лети, позвой. Обгоняя с бешеной скоростью вчера. Куда нам ехать, на какую станцию? Новослободская. Это на Новослободской будет? Я же тебе говорю, на Новослободскую едем. Ты переспрашиваешь, вроде. 30 минут ехать всего лишь. Просьба не мусорить в подъезде. Вообще должна работать. Короче, нет, это просто чехольчик. 8 числа у нас должен выйти срок карты. Мы сейчас будем проверять, вообще работает или нет. Вроде это точно работает, он позже приехал. Истекает сегодня. Ух, слава богу. Истекает сегодня. Какой ужас. Да, истекает сегодня. Ты узнаешь!
Мы на этом выросли, наши дети на этом выросли. Вы что, мы дети на этом выросли? Мы пришли на самую главную песню, на которую должны перепрыгнуть. А мы могли быть быстрее, да? Полина мыла голову. Пойдемте смотреть на диджеев. Чего? Нужно искать мужчину. Нет, я неправильно сказала. Он должен найти меня здесь. Надо было сфоткаться с ним и отправить маме. Skyline Pictures не представляет. Чё? Давай. Родя, вот так вытащит у тебя. Наушники за 500 рублей. А если там паспорт лежал? Он там и лежит. А кому нужен паспорт мой? Взять для тебя кредит. Нихуя, с нами стоит гелик за 12 лямов. Почему за 12 больше? Ну да, они уже больше стоят. Но в моей молодости. Да, люди, смотри. Метров идти. Погнали! Куда идти? Родя, веди. Веди нас. О, нам тихо. Нужно обратно. О, стоит. Я тут дружить учусь. Не получается у тебя. Не получается? Получается? Ты что думаешь, поцелуйчиками своими все? Дружба? Поздно, подождите, мы... Ну, конечно, мы не туда ушли. Родя, ё-моё. Я думал, я сказал, мы сейчас идем в обратном порядке, типа на ту станцию, откуда мы пришли, да? Туда, по-моему. На ту станцию, куда мы пришли, вы такие, а, ну пойдемте на ту станцию. Так мы ничего не говорили, да. И точка, мы идем во вкусно и точка. Блин, ну как хочется на сцену. Караоке хочу. А, мы там, где Эрмитаж, да? Да, тут была. Я тут был на съемках в прошлом году. Ой, я тут была. Он всегда был химозный. А можно попробовать? Я никогда не пробовала. Что это вообще? Энергетик. Драйв. Он никогда таким не был, с таким привкусом, каким-то пластиком. Фу. Молодой человек. А что вы за мной пошли? Мы хотели тоже посмотреть, что тут. Пойдемте. А что тут? А куда ты хочешь идти-то? Я хочу пойти до того места, где в прошлом году снимали этот с Эльдаром. Вкусно и точка. Ты посмотри, 4 года проучились, он сел за отдельный стол. Ой, я пошла. Мы пойдем. Ну, я не могу пока что. Мне мороженое. Куда я не могу? Смотри, для детей. Для детей. Все сказала. Ой. Ты зачем? А я там, где Йоси, по-моему. Когда еще ребенком побуду? Ты же там опытный, старый. Да. Эй, бумага, найдись. Когда Денчик приедет, мы откроем бутылку шампанского и закажем кальян на дом, если так можно. Есть вот так. Их напополам всегда делим.
Если увидите краем глаза 0,92, скажите. Раз, 0,92, все. А почему его нет? Переживай, не переживай, сейчас все будет. Сидеть. Ты же не хотел ничего заказывать. Ну вы начали заказывать, я заказал. Я же не дома и получается. Через то, существо социальное. Mm-hmm. Ну как? От 0 до 10. 6. Ну где-то да. Сколько стоило? Все вместе 240. Это что, кофе со льдом? Айс латте называется, Леночка. Со льдом. С водой. Как кофе холодный. Ну как, вкусно. А как лед? Смотри, кофе же горячий. Да? Ну да. А почему в кипятке лед мгновенно не тает? В смысле, сразу тает, трескается, тает. Ты слышишь? Много. Может, его холодным сразу заливают? Вот, а я тебе о чем? Полина, которая пробежала сегодня 7 утра. 15 минут. Не 15. 24. Ты так же пробежала. Ну да, я ничего не говорю. Полина сказала, начинать надо с малого. Слишком сильные активные нагрузки в первый день, ну, очень тяжело. Нет, правда. Где бегали? А вы... Лена завела нас в парк. Огромный, мы тут вообще вокруг людей одних и тех же вот так вот бегали. А вы знали, что у нас во дворе, короче, где-то рядом устраивают, типа, йогу на свежем воздухе по утрам, типа, что-то такое? А вот такое. Которую ты говорила, йогу, это где? Это же в Телеграме, у нас на входе в подъезде есть Телеграм-окошечко, короче, и там рассказывается, ну, типа, ну, вот этот, вот знаешь, QR-код. Хочу. И там на Телеграмовскую группу, типа, все, кто собираются, прям с тренером, там, сейчас я покажу. Я хочу. Ну, у вас спортивные выходные. Завтра не выходной, да? Да воскресенье, вообще, типа, название такое. Завтра в 4 часа мы идем на мастер-классы. О, блин, у меня нет примата. Они выдают? Не знаю. Ты сказал, у нас во дворе. Ну, что-то и во дворе тоже устраивают. Нет, во дворе это тоже. Это которые те ночью сегодня пели. Слышали, да? Короче, сегодня не могли уснуть, потому что они пели «Купола». Круг, короче, пели «Мистер Кредо». Мне так захотелось домой. Слюдянку? У вас слюдянки также горлатые? Нет, ну да, поющие бывает. Поющие – это наша народница. Думаешь, она народ. Все хорошо, да? Все сказала. Народному вокалу где обучалась? Во дворе. Уличный вокал. Я во дворе. Виновата ли я? Виновата ли я? Ой, на нас смотрят озера. Хорошо. И публичные личности. Мы должны привлекать внимание чем-то хорошим. YouTube-канал. Мы же не курим в месте, где нельзя курить. И на нас такие. Охря! Мы поем во вкусные точки, на нас обращают внимание. Я считаю, что это правильно. Волосы я не до конца выпрямила. Вы понимаете, это дюшес, чтобы вы понимали. Я узнала про концерт за час. Мы быстро собрались, ждали Родиона. Я помыла голову, и вот видите, одуван. Это у нас Родион после 11 или после 12, да, будет платный проезд на метро. Почему после 12? Потому что это будет другой день. У нас, представляете, карта метро заканчивается. Может, она истекает в то время, когда вы ее сделали? Нет, она сегодня истекает. Последний день написали. У вас еще целый час. У нас пока дойдем. У нас. Ты без нас? Я хочу фильм смотреть. Не могу, блин. Надо в библиотеку сходить, столько да, книг читать. Да, надо. Да. Погнали? Завтра утром. В библиотеку. Какую-нибудь книги взять, читать надо. Нам можно? В смысле? А кто мы такие, что нам нельзя? Мы не москвичи, ну мы что? Не прописаны в Москве. Причем здесь это? В библиотеке вообще в Москве мало кто прописан. Из всех. Так книги же потом не возвращают. Но это уже от честности зависит.
Нет, там же взнос какой-то первый. Чтобы записаться, нужно какую-то сумму внести. По-моему. Что за бред? У нас в Худянке так, 60 рублей взнос. Реально? В школьной библиотеке так было. А в самой школьной 5 рублей было. Ой, как здорово, я так люблю, когда меня снимают, но никто не снимает. Поэтому Полине нужен срочно бойфренд, чтобы он ее ходил, снимал везде. Но я думаю, вы расстанетесь дня через 3. Я же снимаю как-то 4 года. Живаю. Кино, цех! Сообщение. Что, пойдемте? Хэт подсела на сериал «Выстрел». Ты посоветовала мне его Полина Кобелева, которая его даже не смотрела. Я смотрела 1 час, а вчера я смотрела другой фильм, который идет 6:30. Называется? «На краю». «На краю». Ставьте плюсики в комментарии, кто смотрел. Ставьте что-нибудь, я просто когда резко... Со мной на «вы». Она, между прочим, с теми людьми, кто ее снимает, разговаривает на «вы». Она очень уважает, потому что мы же тоже ее подписчики. Но не всегда. Иногда она нахер шлёт. Реально. Я не шучу, Полина такая. Когда такое? Ну да. Когда я? Ну да. Вы знаете, Лена убирается, я говорю, Леночка, мы убираемся. Она не убрала пыль, не убрала полки, все вот как вот, то есть начало уборки, она начала подметать. Я говорю, Леночка, нужно сперва пыль протереть, все в полочках убрать, хорошо? Она такая... Ты можешь мне не указывать, можно нормально сказать. Я говорю, Лен, я тебе нормально сказала. Зайчка, пусечка, Леночка, можешь, пожалуйста, пыль сперва протереть? И она говорит, что я еще всех посылаю. Конечно, я тут вообще выживаю, ребята, на квартире на этой с ними. Она грубиянка. Да, она такая, она Полина Сергеевна Грубиянкова. Я вам не пупсик. Она не... Елена Ивановна Кручинина. Вообще-то она играла роль Таисы Ильиничны Шилавиной. Вот видите, она опять врет. Я вообще-то процитировала, откуда это взялось, про пупсика. Что, нечего сказать? А вот вы не поняли, откуда это взялось про пупсика. Это из пьесы «Без вины виноват», а ты вводишь их в заблуждение, между прочим. Островский не писал пупсик. Пупсик был пупсик, он думал о пупсике. А писала кручить. Подтекст? Да. Было. Нигде в анализе не было. Я маленький! Я маленький! Ходи! Такие же сценки вы можете увидеть на YouTube-канале. Рот, смотри. На YouTube-канале эти записки Поли. Круто? Вроде-то вообще царь сидит там на троне. Все. На этом все. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Вы, наверное, смотрите, вам просто случайно в рекомендациях попадается, и вы как бы смотрите. А вы подпишитесь, на колокольчик нажмите тоже, тыкните. На этом все. Всем пока. А Марина у нас не алкоголит. Класс. 8. Видите, здесь нет перехода на нашу ветку. Ё-моё, ну есть там, можно зайти вот так вот и перейдешь. Ты видишь Менделеевская и Новослободская, нам на 5 рублей.